Остановитесь! Это краткое, но исчерпывающее содержание обращения к бунтовщикам сирийского мясника Суровикина. Какой же все-таки тонкий психологический ход со стороны Минобороны? Не иначе, как сам товарищ Коношенков его и придумал. Это ж надо! Людей Пригожина уговаривают сложить оружие тот единственный полководец, которому их шеф еще не насовал словесных люлей, а даже отзывался о нем комплиментарно. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. И стук пальцем по столу. Это, конечно, не сломанный карандаш Януковича, но тоже очень страшно.